Цікавих, корисних методів, направлених на покращення стану вашого здоров'я, існує багато. А сьогодні будемо говорити про тілесну енергетичну терапію і про неї нам розкаже Анастасія Гетманчук, фітнес-тренерка, спеціалістка з тілесної енергетичної терапії. Настя, рада бачити вас у нашій студії. Така ж гарна, як завжди. Тож, хочеться розпитати вас, що ж це за метод такий і на чому він базується? У нас сьогодні дуже мало часу, я постараюсь вкратце об'яснити, що ж це таке. Правда, от коли у нас щось болить, ми йдемо, там, був спеціаліст по стоматології, ми йдемо, болить зуб, ми йдемо к стоматологу, болить живот, ми йдемо к терапевту. Коли у нас болить душа, і всі прекрасно знають, що це состояние, оно, ну, к сожалению или к счастью, тут каждый определяет для себя, не лечится таблетками, невозможно выпить какую-то волшебную таблетку, которая поможет нам вот это душевное состояние снять. Телесно-энергетическая терапия, собственно, направлена на то, чтобы помочь человеку осознать или прийти к осознанию, хотя бы приблизиться к осознанию того, почему с ним происходит то или иное. Метод этот базируется на том, чтобы помочь через состояние спокойствия, потому что эмоции всегда затмевают наш разум, по сути дела, прочувствовать самого себя, принять такой, какой мы есть на здесь и сейчас, и понять, что у всех есть что-то хорошее, что-то плохое, ну, такие понятия, ну, их называют, да, с детства, скажем так, хотя их, ну, для меня их не существует, есть просто опыт, который мы нарабатываем, в принципе, и либо мы делаем какие-то выводы, либо мы не делаем каких-то выводов. И, к сожалению, наше время, оно сейчас очень быстро. В нынешнее время технологии мы все время куда-то бежим. Тот час, который я провожу с клиентом, он полностью обесточен от внешнего мира. Забирает всегда джеты? Все. Выкидает. На деякий час? Телефоны, часы наручные, которые сейчас в основном у всех тоже связаны с телефоном, полностью человек находится наедине с самим собой. Этот метод основан на том, что с помощью рук я по определенной методологии, скажем так, прикасаюсь к телу. Это не массаж, человеку не нужно раздеваться абсолютно. Он просто приходит, ложится, и час я работаю с ним. В процессе первой работы есть такое понимание, как считывание того, что хранит в себе тело. В теле у нас есть страхи, у нас есть блоки, у нас есть зажимы, которые иногда человек даже не осознает сам. По окончанию первой работы я человеку озвучиваю, что же тело мне сказало. Это как анализ ДНК по волосам, например, когда ты можешь сдать и сказать, что нет, я там никогда ничего, но волосы нам расскажут в медицинском анализе на самом деле, а что же человек, где он чаще всего пребывает, какую пищу он употребляет, в принципе, какой рацион, какой образ жизни ведет и так далее, сколько спит, сколько ест, сколько жидкости пьет. Настя, я зараз все це почула, і мені здається, що це, мабуть, дуже складно дізнатися, що з людиною відбувається, лише доторкнувшись до неї. Это очень... Чи це не тільки так? Это очень непростой процесс, но он очень интересен. Мой учитель, у которого я училась, находится у нас в Днепре. Это сексолог, психолог Вера Кобец. Это ее запатентованная технология, основанная тоже на ее опыте с клиентами. Поэтому я была у нее клиентом на протяжении 3 лет. Я сама проходила телесную энергетическую терапию у нее как клиент. Но когда я пришла узнать другую сторону медали, я была шокирована тем, что на самом деле это настолько ресурсно-затратные процедуры с человеком, что только кажется на первый взгляд, что это «Ой, вокруг тебя начало все меняться». Вот просто по взмаху волшебной палочки. Но волшебной палочкой на самом деле являемся мы сами как личности. Настя, у вас все изменилось в жизни? Абсолютно. Вот скажите честно, за 3 роки? За 3 года я совершенно... Выглядите дуже гарно. Успішна, така впевнена і дуже щаслива жінка. Але ж, мабуть, довелося ці 3 роки пропрацювати таки, так? Безусловно. Що ви протягом цієї тілесної терапії для себе відчули? І що вона вам дала? Прежде всего, тілесна терапія дає нам спокійствие ума, к
которая позволяет нам здраво посмотреть на происходящее и, собственно, принять на это. Не врать самому себе – это, наверное, самая главная задача человека, который начинает путь к осознанности. Осознанность – это больно. И я сразу всем клиентам, которые особенно приходят первый раз или после первой процедуры, всегда говорю о том, что если вы уже стали на этот путь бесконечен, это путь к себе, и он на самом деле самый интересный. Благодаря телесной терапии лично я поменяла полностью сферу деятельности свою. Я наконец-то могу с большим удовольствием сказать, что я кайфую от каждого дня своей жизни. И я не лгу себе, это абсолютная правда. И я кайфую даже от того состояния, когда мне грустно, или от того состояния, когда мне хочется поплакать. Я не сдерживаю эти эмоции, я их проживаю, пропускаю через себя и с благодарностью принимаю и иду в следующий день. Потому что мы ведь живые, у нас есть абсолютно разные настроения. И где-то стержень, особенно у мужчин, срабатывает. Мужчины никогда не плачут, плачут. И очень важно им показать, что это нормально. То есть мы те постсоветские дети, которые еще растут вот в этих стереотипах на самом деле. Но я тоже привожу такой пример. Стереотипы – это как одежда в нашем гардеробе. У нас ее много. Если мы понимаем цветовую гамму, что с чем сочетается, мы можем правильно подобрать гардероб, который будет только в плюс играть, прикрывая какие-то наши недостатки, но подчеркивая наши достоинства. Точно так же и стереотипы. Если мы их осознаем, если мы понимаем, как они работают, они играют только на наш положительный, скажем так, визуал для внешнего мира. Настя, а скажите, це якось дуже схоже на психотерапію. І, можливо, щось споріднене теж можна знайти. Якщо людина розуміє, для чого вона в цьому світі знаходиться, якщо вона знає, які в неї є шляхи і йде вперед, вона чесна перед собою, то це теж пропрацювання себе, але іншим шляхом, так? Да. А тут ви ще додаєте і такий контакт тілесний. Да. А чому саме його треба додавати? Можливо, вистачило б працювати з душею, з своїм станом, лише ось розмовами. Потому что у нас есть наше психологическое состояние, наш эмоциональный интеллект. Как бы это разное. Я работаю в паре с разными психологами, и если клиенту моему необходимо решить запрос, который благодаря энергии, которую я запускаю, он у него на подсознании начинает подниматься, и он понимает, что есть блоки и зажимы, которые появляются из детства. У нас есть очень много, собственно, 90% оттуда идет. Он приходит уже с более конкретным вопросом, потому что часто к психологу мы приходим как? Мы понимаем потребность, что нужно с кем-то поговорить не только с подругой или другом, но мы не понимаем на самом деле о чем. И очень много времени тратится на то, чтобы докопаться до сути. То есть с помощью телесной терапии по этому методу мы сокращаем этот путь, mm-hmm. и мы приходим к психологу уже непосредственно с конкретным запросом. Да. Я сравниваю это еще с тем, чтобы более понятно, возможно, было в ассоциации. Все знают, что в организме человека есть кровеносная система, есть вены. По венам идет кровь у нас течет. В венах может образовываться тромбы, которые перекрывают, собственно, движение этой крови. До тех пор, пока он маленький и не вредит сильно нашему здоровью, у нас может там повышаться или понижаться давление в зависимости от того. Тромб может увеличиваться по мере того, что мы неправильно ведем образ жизни, не идентифицировали правильно как бы то, что он появился. Он может появляться где-то визуально на теле, болеть в том числе, но и летальные последствия от него в том числе могут быть. Энергетическая терапия, она сравнима для меня как человек, это энергетический канал, в котором течет энергия. Собственно, эти тромбы для меня это блоки, страхи и зажимы, которые существуют в теле человека, которые, собственно, мешают этой энергии протекать в удовольствие бесперебойно для того, чтобы человек чувствовал, ощущал себя комфортно, счастливо и хорошо. Собственно, с помощью этих инструментов
потому что в курсе 11 работ. 11 работ абсолютно разные, направлены на абсолютно разные проработки разных зажимов, блоков и страхов. И с каждой работой человек начинает обращать, и я акцентирую внимание на том, что вокруг начинают меняться и пространство, и люди, которые окружают. На первый взгляд это кажется волшебством, но когда человек осознает, почему это происходит, он тогда приходит снова и снова. Настя, ну, знаєте, от справді, якщо людина розуміє, що з нею відбувається, то вона прийде. А є випадки, коли людина вже на роздоріжжі, коли вона не знає, куди їй звертатися, що їй робити, як бути в цьому світі і взагалі. Тобто тут працює такий величезний комплекс зі страхів, зажимів і різних невдач, які от так навалились на ту людину, і їй дуже складно впоратись. Так? Чи беретесь ви за такі складні випадки, коли вже, ну, все погано, як то кажуть? Да, берусь, это очень интересно, причем с мужчинами и женщинами происходит разная работа, потому что энергетически мы разные, и психологически мы разные. В таких случаях, когда человек приходит, у него уже есть нотка отчаяния, и он уже не понимает. Он, кажется, много всего перепробовал, но на самом деле, когда вот тебе кажется, что все абсолютно происходит не так, не с теми, не там, где ты хочешь, часто этот человек находится уже в эмоциональном потоке, где нет возможности остановиться и посмотреть на себя немного со стороны. В таких случаях я помогаю успокоить, собственно, эти эмоции, потому что когда человек ложится в процессе терапии за целый час. Бывают такие моменты, как в йоге, с помощью дыхания мы уходим в медитативное состояние, где мы просто насыщаем кислородом наш мозг, который позволяет нам даже увидеть, кто-то видит картинки, кто-то видит какие-то цвета. То есть это такие экранчики, которые открываются у нас в подсознании и дают нам на самом деле ответы, потому что в подсознании есть все. Настенька, а скажите, пожалуйста, чи це може бути небезпечно для людини непідготовленої? Можливо, не всі люди витримують, бо це насправді складний процес зрозуміти і дізнатися, знайти себе ще маленьким і відшукати оті неприємності, які з вами були, пережити це все. І, можливо, хтось за цю годину просто не сможет вытримать. Это абсолютно безопасно, потому что в тех случаях, когда человек слишком перенапряжен, а в наше время это, опять же, там 80% людей, да, которые не могут расслабиться, у них начинается мандраж, мне будут звонить, там на работе случится аврал, без меня не справятся. Первые несколько работ проходят напряжение, потому что человек контролирует целиком и полностью все, что происходит. У него, да, есть подергивание к телефону, потому что это уже, ну вот это, мы сроднились с телефоном на самом деле, но потом он понимает, выходя раз за разом от меня, что за этот час мир не останавливается, что без него на работе происходят какие-то вопросы, решаются, и да, может быть, звонили, может быть, хотели, но по итогу, спустя какое-то время, зрозуміло, еще не дозволится. Да, он понимает, что на самом деле, как бы, меня не было, и решили вопрос. Многие руководители, которые руководят большим количеством людей, и, конечно, это многозадачность, и ты все время в этом процессе, они начинают осознавать, что я этот час потрачу и с удовольствием могу потратить на себя, потому что потом ты выходишь, такой перезагрузка, раз, и ты уже по-другому ощущаешь себя. Настенька, ви знаєте, от зараз, мабуть, такий час, коли ми на себе багато всього беремо. І це стосується не лише чоловіків, які по своїй природі повинні, мабуть, це робити. Це стосується і жінок, а зараз жінка в деякій мірі більше навіть може взяти на себе, ніж чоловік, бо в неї ще є діти, і господарство, і все на ній. Так? Тобто молоді дівчата, які теж намагаються стати на це життя і беруться за усі справи одночасно, тут і хлопці також, так, тому що треба створювати вже колись і родину. Тобто тут якраз
ось той процес, мабуть, він і дає нам оті всі стреси, і ми просто не можемо все зробити одночасно. Нам треба якийсь відпочинок хоча б. Якщо ми ще поки що не будемо звертатися там, чи до лікарів, чи до там, тілесної терапії, наприклад, енергетичної, так, чи до психоаналітиків, а просто зможемо подивитись на себе трошки збоку. Чи є рекомендації от від вас як фахівця, як спеціаліста? Що зробити, аби зупинитися хоча б на деякий час? Всім своїм клієнтам і сьогодні зрителям порекомендую свій день вот прям заставить себя начинать без телефона. Я не говорю за то, что нужно ложиться до 11, просыпаться пораньше, но вот первый час начала дня, в 99,9% мы просыпаемся, первое, что мы делаем, мы берем телефон, потому что теперь будильники мы ставим именно на нем. Купить себе обычный будильник, заводить обычный будильник без телефона. Вот прям откладывать его первый час после того, как мы просыпаемся. Наш мозг, он чист. У нас есть возможность свой день запрограммировать так, как нам этого хотелось бы. Не отвлекаясь на Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, Ютуб и так далее. И лучше час того времени, как там, посмотреть полезные видео, почитать книгу, выделить в обеденное время, где ты можешь тоже себе позволить переключиться. Но вот в течение дня все-таки 2 часа находить для того, чтобы побыть наедине с самим собой. Первый час без телефона и 1 час, где ты можешь вникнуть в информационный поток дня, почитать новости, посмотреть видео, прокачать свой английский, прокачать там свою литературу, которую ты себе поставил в цели. Вот это очень важно, когда хотя бы 21 день продержаться для начала, а привычка формируется в течение 90 дней на самом-то деле, вот прям вы ощутите совершенно по-другому себя. Носенька, ну, знаєте, корисна порада насправді. На собі перевірено. Перевірено, так. Треба все це робити. І, звичайно, прокидатися новою, свіжою людиною. Те, про що ви сказали, дуже непогана порада. Треба спробувати. Я теж сьогодні буду намагатися це робити. Тому дякую вам, що прийшли до нашої студії. Зараз всі заклопотані. Живуть просто у такому темпі. Ну, страшний темп в нашому житті. Трошки треба зупинитись, подивитись навкруги, відчути себе, врешті-решт. Так? Да. І стати, можливо, іншою людиною. Дуже дякую вам. Хочеться всім побажати гарних вихідних, насолоджуйтесь життям. Зустрінемось вже у понеділок о 13:30. До побачення.